Забавно, что спросили. Ну-ка, дай-ка достану свою карту. Дом дракона. Земли Игры престолов с Джорджем Мартином. Ступени и Дрифтмарк. Вот Королевская гавань, а вот залив Черноводный. А это, можно сказать, горло залива, по которому нужно пройти, чтобы добраться до Драконьего камня и Дрифтмарка, двух важнейших островов. В Дрифтмарке восседает дом Виларионов. А вот тут ступени. А вот тут расположился Дорн. А здесь Эссос. Когда-то они были соединены, здесь была земля, сломанная рука Дорна, но уровень моря поднялся, и земля ушла под воду, оставив несколько островов. Если отправиться вниз по Узкому морю, желая попасть в Летнее море, придется пройти через ступень. Вот независимые острова, где плавают пираты. А вся торговля проходит через эти самые опасные места. Помните, что Корлис Виларион и его семья торговцы? Их корабли очень часто плавают по этим путям. Я призываю вас не позволять триархии верховодить на ступенях, Ваше Величество. Если эти судоходные пути будут утеряны, наши порты обнищают. Спорные земли. На востоке от ступеней расположились спорные земли. Три вольных города, расположенные поблизости. Лис, Мир и Тирош. Они долгое время были конкурентами. Все они — колонии Старой Валирии, и они боролись за спорные земли между собой сотни лет, постоянно нанимая наемников. Однако в этот конкретный период времени три вольных города объединились. Они решили положить конец распрям, организовать правительство и назвать его Триархия. А Корлис остался в море без поддержки, и этому не рад. Как и правители Пентоса и Браваса, Корлис хочет разбить этот союз на ступенях, чтобы корабли вновь могли ходить на восток. Рок. За 400 лет до событий Игры престолов и за 200 лет до Дома дракона полуостров Валирия взорвался. Это событие получило название «Рок Валирии». Все случилось за считанные часы. Полуостров надломился, разделился надвое, а море хлынуло с двух сторон, образовав опаснейшее море дымное. То, что раньше было единой землей, стало бесплодной, мертвой, обдуваемой ветром пустошью. И, конечно, сотни драконов погибли. Вместе с миллионами людей. Это был Рок. Сон, который видел Дейнис Мечтатель. Потому Таргариены избежали оттуда, обосновавшись на Драконьем Камне. Изучи больше локаций на сайте. Ну и, конечно же, подпишись на Пополамо. Да.